Всем привет, друзья! Всем привет, всех приветствую, товарищ. Сегодня у нас стримчанский по Resident Evil Outbreak. Да, Всем добрый сегодня с вечер. нами Буба, сегодня с нами Сергей, сегодня с нами Special Guest Анимуша. Наконец-то мы нашли Здравствуйте четвертого. все. Да, в общем, приветствуем Анимушу на нашем портале. Так сказать, портале Наконец-то мы суровых... пригласили Анимушу. Да, И он пришел. Портале суровых выживальщиков, в общем-то. Владимир Владимирович пока на заседание не явился. Да, но мы надеемся, что он подойдет. Да. Он забыл вот это галстук себе прикрепить. Да. Ну, мы подождем. Сейчас все будет, товарищ. Так, ну, трансляция пошла у меня тоже, в общем-то. Сейчас начнется самый хардкор. Ну, так как это наемники, начнем действительно с хардкора варихарда. Тут время идти не будет. Только враги, которых нужно будет загасить. То есть никуда спешить не надо будет. Можно делать все размеренно. Кстати, hello everyone. Hello everyone. Все. Создал Путина. Пароль один. О, вы видели. Заседание начинается. Да, заседание объявлено. Открыто. Так, нажимаем просто 0, ну, крестик по этому. И выбираем персонажа. Я беру, наверное, кого бы мне взять. Товарищ Куташвили, заседание-то открыто, но Путин вам советует трансляцию, захват немножко поменять. У вас там захват какой-то, верхняя часть экрана, и все. Проверьте свою трансляцию. Так, я также за доктора буду. Ага, я возьму Кевина. Боковая часть получается взята, как и у Арканума, то же самое. Так поставь просто захват рабочего стола, и все. Так, мне какое-то меню снова появилось, китайское. Ну, персонажа выбор. А тут уже просто единичку нажимайте. Нажимайте два раза R1 и потом так. Единичку. И старт. Это уже вход, так сказать. Еще раз потом старт и yes. И попадайте, так сказать, нам в лобби. Секунду. Я два раза нажал на R1, дальше что нажать? А, нажимайте единичку и потом старт. Ну, потом старт. Да, два раза старт. И потом выбор будет, там нажимаете yes, и вы попадаете сейчас к нам в лобби. Сейчас все нормально? Yes. Да, вот сейчас у нас в лобби, вот я вижу, вы зашли, товарищ Анимуша, 3 из 4. Это я зашел, наверное. Так, wrong password. Единичку надо было. Буб, сейчас все нормально? Сейчас проверим. Хорошо, блядь, второй монитор, да, все в порядке. Спасибо. Так, я спасибо захожу второго. Снова. Как же так Путину опаздывать? Да, нехорошо опаздывать. Так, R1 раз нажал. R1 2 нажал. Дальше. Yes, там появилась иконка. Yes, no. Какой yes, no? Ну, единичку надо ввести. А, ну мы просто... Вы, товарищ, ввели единичку. Надо ввести цифру 1, да? Да-да-да. Ввел, дальше старт, да? Да, еще раз старт. Появилось окошко? Да, yes, no. Да, и выбирайте yes. И вы попадете к нам. Вот, все. Отлично, попали. А ну что ж, начинаем. Заседание объявляется открытым. Отлично. Начинаем. Знание открытое. Мы же тебя обычно пародировать плохо. I'm ready. Так, вот наш товарищ доктор. Это за спиной моего персонажа. Это я. Да, у нас такой солидный докторяга. Так, какой же сценарий там? А, наш же просто нажим наёбник. Которого с головы ханочка. Так. Учитывая, что вокруг зомби он выбрал не самое подходящее время для романтических воспоминаний. Ну, я думаю, это ему боком точно выйдет. Конечно. Так, ну здесь просто собирайте предметы, как в наёмниках. А, пылесосим все, что видим. Да. Где я? Где я? Сразу начинается вопрос, где я? Одежда-то, одежда. О, вы выбрали другой костюмчик, как я вижу. А Бен Бертолуччи к вашим услугам. В поисках сенсации мы отправляемся в неизвестность. Так. А где мой файл секретов шефа полиции? Так, товарищ Анимуша, вы можете, конечно, за мной пока ходить, чтобы, если что, приспособиться. Вы Кевин, да? Вот, возьмите вам травка. Спасибо. Так, ну и я советую на протяжении всей игры держаться вместе.
Да, да, пошли, в общем, в какую-нибудь дверь уже, хватит тут шурудить. Да, идем. Так, товарищи, вы в какую дверь хотите пойти? Мы да хотим вон, пойти в нижнюю левую, правильно? Да. Доктор напоминает атаку на Metal Gear Solid, да? Подождите меня, пожалуйста. Да, кстати, что-то есть такое. Да, атаку на Metal Gear Solid, это копия. О, полицейский участок у нас тут. Вот так надо стрелять, товарищ. Ну и чё я стрелял вообще? А, нажимаешь? Или нет? Натягачный. Как топ 34 будет, их, значит, мы его завалили. Ну, палка тут у нас лежит. Все завалили. Какая завалили. Так, тут у нас чуть лежит. Это Грег, поделись. Патрульчик. Кстати, товарищи мужи, держите вам оружие, палка, что-нибудь такое. Спасибо. Так, вот еще сейчас там вам палочку. Так, это у меня не Бенди спрашивает. Конечно, взяли. Не, вы не взяли, товарищ. Ладно, держи. Только ты у нас главный атакующий вот сил. Знаете, я тебе дал еще одну волын. Ой. Держите, ладно, товарищ, не можешь еще одну. А время-то идет. Да-да-да. Спасибо за палочку. Ага, ну понятно. Свистнул. Так, ну пойдемте тогда в эту комнату. Сейчас еще куда-нибудь забежим. Непонятно куда. Так, надеюсь, что у нас. Ну как вам, товарищ анимуша, нравится ли? Да, прикольно, прикольно. Динамично все так. Ну, кстати, та локация. А ты куда, доктор, стреляешь вообще? Ты че, косой, что ли? Косой, докторишка. Тут нет антифайера, надеюсь. Нету, нету. Можете бить смело. А, так да. О, патрон нашел к пистолету. Ах ты. Бери, бери, бери. Я врач, трава мне. О, о, смотрите, у Грега вообще два пистолета, может он даст кому-нибудь. Один. Я дам кому-нибудь по башке, если попытается мне забрать мой второй пистолет. Давай пушку, быстро, дай мне пушку. На, держи тебе пушку. Вот, на, держи. О, спасибо. Там 6 патронов. Ну все-таки. Блин. Опа. Товарищ анимуша, держите пистолет вам. Я слышал. У меня есть. Точно, ну, тогда. Ах ты ж собачка, черт. А нет, у вас пистолет не такой, это лечебный пистолет, им ничего не сделать. Лечебный пистолет. Да, вы можете на траву мне дать вместо этого траву. Я траву возьму. Она у меня автоматом возьмется. Все, взял траву, у вас теперь пистолет. И идемте за мной, товарищ. Я пока с трубой побегаю. Да, вы побегайте с трубой. А мы сюда направляемся. Вон, кому ты весел? Вообще, Кэзлин. Мать. Тут загрузка быстрая. О, Кэзлин. Воу. Я получил прямо. Папка. Да, тут доберманы, кстати. А я бить булет. А у вас тут булет. Так, ну как видите, мы тут тащим неплохо пока что. Давайте осмотрим территорию на наличие предметов. Эх ты ж. А, тут ножик просто лежит. О, сейчас сделай себе вот этот. Копье. Зашибись. Бенберт-то лучше не такого видал. Да. Ну что, товарищ, куда пойдем? Конечно, сюда. В сарай. Пойдемте в сарай. Подождите меня. Да, ждем, товарищ. Опа. О, коктейльчик. О, вот тут, 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 тут. Ох, павлинчики-то налетели. Ох, блин, какой у меня патроны кончились. Тут это шпион. О, Кевин, шпион. Ох, Кевин массивует Кевина. Господи, что, за, что происходит? Ох, спасибо, товарищ анимуша. Вы нас выручайте. О, черт, у меня кровотечение. О. А где ты, где он? С
Спасибо. Кого сколько вирусов сразу? У меня 7%. Пока нормально живем. Сейчас у меня кровотечение пройдет пока. О, на магнум тут пуля лежит. Будет капать, пока лежат. На какой магнум? Настоящий магнум. На 45-го калибра? У меня просто есть магнум. Нет. На револьвере. Угу. Так, у меня еще кровотечение. Густо, вообще не густо. Все, нормально. Живем. Это кто за шпион валяется? Так, Вейн Бертолуччи, куда вы уходите? А в поисках... А тут делать больше нечего. Да, можно уходить, идемте, товарищи Анимуша. А, мы идем тогда, идем. Кстати, вы узнаете какие-нибудь локации знакомые Анимуша? Да, я же бар узнаю, да, я у него проходил и докончив, что называется. Бар узнаю. Так, ну можно идти вот сюда. Ракурс City Police Department. Трупы не исчезают. Да, трупы остаются на самом деле. Но это здесь. А в основной игре как бы они исчезают. А, вот как. Да. О, еще как ты. Так, ну теперь сюда, товарищ, за нами. За нашей компашкой. Go, come on! Зоопарк, наверное, сейчас попадем. Да вот не факт. Лаборатория. Ой, что-то я вижу. И это что-то манит меня. А. Так, доберманы. Что о, отлично. Пошел? Вот, держи. Вот это я тебе передам. Возможно, найдешь патроны на дробовик. Ох, блин, зомби. Этот доктор упражняется, в общем, заряд. Да, тренируется, скажем так. Ах ты. Все, патроны закончились. Получай. Питбулетти, вы что? Вы что творите? Собачки нет. Добрый доктор Айполит. Так, все пока нормально. Живем. Все, идемте сюда, товарищи. О, трубин. Стоямба. Чё-то моя труба изогнулась слегка. Они гнутся на самом деле, когда уже все иссякнет. Они гнутся. Никто не хочет горяченького виски. Нет, спасибо. Зомби хотят. Зомби только хотят у нас. Так, а тут кто нас ждет? О! О! Знакомая локация. Приключения! Ох, блин. Ах ты. Телепортируется, что вы... Есть такое на самом деле, это грустно. Да все, загасили. Она готовая. Да, готова полностью. Ну что, можно сюда куда-нибудь? Или в дверь, или в доктор, проем? Доктор, маньяк какой-то. Куда пойдем? Я пока со шваброй буду сюда ходить. Сюда пойдем. Ага, сюда не буду. Так, сосисочная вечеринка. Куда так, идем? Губа, куда убежали? Все там, в дверь, в общем. Напротив. Точно. Ну, заходим сюда. Так, что тут? Ах ты, Боб, чертов. Ага, получил Боб. Ах ты. Чертов Боб. Удар. Кто там еще кто-то? Удар. Еще удар. Знакомые ребята. Местный охранник. Ай, мой лоб сломался. Но доктор показывает, что он. Ты смотри, падла еще встал. Все, загаси. Доктор, сделай таблеточку из синей травы. Сейчас. А, точно, 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 точно. Кому? Так,
Дробовик никто не хочет взять. Дробовик. Спасибо. Грандиозный. Правда, с коушеном. А где ты его? Нравится ему бегать. И дробовик. Он про дробовик говорил. Швабру, он за дробовик принял. Швабру. Ну это обычно вместе, швабру за дробовик. Воу. Вот это... Да. Так, мы заходим сюда. О! Ох, какая женщина! Иди. Почувствуй нашу любовь. Этот скорее молится в центре. Да ты... Успокойся. А так доктор делает. Ух, сколько всего. Ух. Ой, моста, что-то нет. Так, что тут еще? Смотрова моя. У меня нашел пустой магазин, интересно. Так, у меня 3 пилюльки есть. Кому надо гемостат, блин, скажете. Это что сейчас было, блин? Так, я сейчас зайду на секунду, товарищи. Это Серега так, сделал? Серега, Серега, у тебя зомби, что ли? Серега, вызывай полицию, Серега. Это Серега завод сделал? Ждем его. Я не знаю, кто это сделал. Ребят, ждем его. Как реально зомби. Я пошел дальше. Время тик-так, поэтому поползли. Мы куда побежали? Наверх полезли. А, сейчас. А, я слышу. Тик-так. Ага, ликеры. Вот так. О, тут зомбячка еще. Ах ты. Ёлк, сколько. На тебе. Так, я тут снова с вами, товарищ, буду потише говорить. Мне уже. Пожалуйста, спать, родные. Так, давайте проходить дальше. Куда они пошли, наши товарищи? Ну идемте, уважаемый стример. Пойдемте. Огаси, ублюдка. Гаси этих. Ах вы. Не гаси ты сейчас ничего. Оп, уже лучше. Так, срочно надо что-то. Вижу трубу. Бежим в другую комнату. Блин, хотя. Какой, давай гасить, гада. С чем? Ладно, в другую комнату. В другой комнате будут еще трубы. Я сейчас трубу игра. А где они? Тут. Зачем вам одного... труба-то изогнутая? А я одного загасил. Урт, возвращайся сюда. Вот они чудики. Уйди от меня. Кстати, они муша на L1 можно еще автоприцел включать и ходить с ним, кстати, одновременно. Так, дайте пилюли. Какие именно? Полечит. Так, на тебя трубу. Во, зашибись. Так, ну, пойдем в эту сторону. Так. Я вот магнум зашибись, дайте патрон на магнум.
Погоди ты. Я тут занят. Все, готов. Давай. Ты же знаешь, что этот персонаж умеет криты всегда стрелять с магнитом. Мой тоже умеет. Нет, твой должен прицелиться, а этот всегда стреляет. Ага. Готов. Доктор. Так, значит, валяется. Волына. Пустая, замечательно. Так, а я пойду. С магнумом мне никто не страшен. О! Пришли откуда начали. Значит, наверное, по лестнице пойдем наверх. Смысла делать ничего. Идем, идем. Так, а где они вообще? О, знакомое местечко. Так. А вы сами-то где сейчас? Это тоже не открывается. О, уже этого загасили. Так, теперь надо пойти туда, куда мы еще не ходили. О, вот здесь мы точно не были. Так, за мной там... Вот знакомая локация. Ага. Полицейский участок, Рабан-Сити. О, магнум. Все готово. О! Готов! Охренеть, им одной пули с магнумом было. Ну, две пули с магнумом мало. А еще вот где? Сядет, потерялся. Не, ну я видел Серегу. Никак его не загасите, что ли? Все, загасили, молодцы. Это все пылесосит, что ли. Доктор, скушайте-ка травку. Да, доктор, вам нужен. Съесть уже что-то. Товарищи, не мужик, кушайте травку. У кого тут ножик мой? Отдайте, я сейчас копье сделаю. Давай скорее, уже 8 минут осталось. Надо добить скорее оставшихся. Так, где-то. Давай сюда. На тебе подарок. Чё ты мне? Добей. Барахло какое-то. Всё, побежали. Может, в расцепную? Да нет, как бы. Давай сидим уже за нами. А доктор Грег потерялся. Доктор за вами идет. Это и к лучшему. Это два доктора. Это и к лучшему, что он потерялся. А это скорее пылесос. О! Электрокопье. Блин, сам как пылесос. О, молот. О, я слышу кого-то. О! Ах ты ублюдок. Ну, живой еще. Живот все, вам загаси. Так, что тут еще? О, медицина, таблеточка. Кому нужен электрокнут, берите. Я возьму.
Так, товарищ Анимуша, держите оружие. А че я все ношу этот патрон на дробовик, а его нет? Так, надо поспешить. О! Так, у вас, товарищ Анимуша, электрошокер. Патроны на волыну. Бери. Так, а слушай, наверное, сюда не ст... мы ж тут уже были, нам тогда надо в обратно. Разве мы здесь были? Внизу мы там были. А. Внизу мы были. Нужно в другую, в общем, в обратно. Интересно, как там дела у Крейга? В общем, я выкинул медицинский пистолет, зачем он мне? Он вообще-то лечит, если стрелять с него. Ну, я взял зеленую траву. А, да, да, дюжи. А в нем у тебя таблетки были в этом медицинском пистолете? Я взял таблетки, я взял пистолет медицинский. Минус один. Пылесос. О, зашибись. Так, вот сюда. Посмотрим. Так, там трансляция интересная. Я думал, времени много, а времени остается не так уж и много. О! Приемлемое качество. Зомбяк. О! Доктор с электрокрутом. Живой еще, пан. Все, готов. Готов. Минус два. Зашибись. Дверь? А, сюда. Так, вон зомбяк. А еще ворона. Ай, вороны! Ах ты! Чё, ах. Ну, уже налетают. Падлы. Так. Сраная ворона, нужно волыть. Ворон попасть туда, блин. Твою мать, какой... Лезут, да? Оооо! Всё, добил. О, не-не-не-не-не. Да блин. Сейчас кого-то сожрут. Так, может сейчас повезет, мы на него наткнемся. Выйдите в заднюю дверь, я выйду. О. Навряд ли вы на меня наткнетесь, тут три противника очень опасных. Ох, какие. А мы еще двоих. О. А вот иду. Кто там с пистолета стрелял? Это я, доктор, подлечил. Так, товарищи, быстрее тут на втором этаже получается, вот как вы поднимаетесь в особняке. Так, 4 осталось. Да, мы успеем. Тут еще трое. Есть. Так, ну еще один. Так, я траву покушал, что-то мне не особо помогло. А вот тут спрей, товарищи, берите. А, доктор, кушайте, кушайте. А вон заспрыгнул. А чё я на дробовик всё ношу патрон? Чё, надо валить отсюда. Курт, а вы ещё держитесь там, аптечку какую-нибудь? Да, 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 я кушаю, кушаю. Ползаете, да? Ползаю, ползаю. Опа. Трое противников, как я уже говорил. Меньше 3 минут осталось, да? Где-то так. Топайте, короче, в особняке на второй этаж. До него ещё надо дойти. Твари. А ты их не можешь завалить? Нет, никак, я ползу-то чё? Чем? Так, о, вижу. Серёга, спасибо, что ждали меня. Побежал. Ах ты. О. Так, все, трое у тебя последних останется. У меня как раз маху. Добивайте этого, я дальше побежу. А, вот он. Все, готов. Поднимаем доктора. Спасибо. Тут и травка у тебя, кажется, была. Ого, они тут носятся, как... На тебе, пан. Один готов. Получай. Он еще живой.
получше. Готов. А, живой еще. Все, готов. Так, еще один. Один остался. Ну неужели мы из одного сейчас сольемся? Да нет, не думаю. Короче, надо бросить. Да я тут всех убил уже. Навряд ли тут кто-то будет. Да, ты неплохую компанию нашелся там. Блин, где ж последний остался? Мне кажется, догадался, где. А, они некоторые раненые, мы стараемся. Бросили товарища, да. Так, а что за локация, интересно? Все. Не успели. Так, у меня доктора показывают, у вас на других. А, доктор подкрался сзади. Ай-яй-яй-яй-яй, одного не добили. Написано, ну ничего, зато вы разогрелись. И сейчас готовы к настоящему сценарию. Да, я сейчас тогда на секунду отойду. Так, ну Путин. Отойду. Сейчас Путин будет создан пока. Пароль единичка также. И товарищ Курташвили отошел, что ли? Я тут. Молодец какой. Голосуем за сценарий. Сейчас. Так, exit нажать, да? Да. Внимание, голосование. Перечисляю сценарий, вы голосуете. Первый зоопарк, второй метро. Запоминать это виспоинт. Да, да, запоминай. Слушайте, сценарий голосования. Первый зоопарк, второй метро, третий заброшенный госпиталь в лесу, четвертый полицейский участок из второй части. Безусловно, полицейский участок. Так, Анимуша, твой голос принят. Что скажет Серега теперь? Так, я снова тут. Он не на месте, а вот он вернулся, да. I'll be back. Анимуш проголосовал за полицейский участок. Теперь я остался тоже... твой голос, Курташвили. Я за. Все, раз и ты за. Ну, сложность буду тогда ставить не very hard, а просто hard. Раз уж они муж навели. Так, сделаем. У вас тут что? Stand by, exit member data. Stand by. Exit. Оттуда можешь exit. А. Все, hard, Путин, единичка, все, поехали. Серега также может за Кевина. Вот. Они муж, если хочет, может за доктора. Кстати, Анимуша, если тебе понравилось за доктора играть, советую тебе тогда... В принципе, нормально, знаете. Советую тогда тебе взять Грега, а товарищ Курт возьмет себе этого топорщика. Ну, да. Все, трое здесь, это Курт и Анимуша, получается. Угу. Или Серега тут тоже. Я тут тоже. Ты Кевина взял? Да. Сценарий как-никак твой. Угу. Курт, ты возьмешь взломщика или топорщика? Ты как смена, я уже взял. А, ну все, рубить сейчас всех будешь. Ну что, поехали. Погнали. Так, у меня стендбай. Ага. Все, let's go.
Кажется, кому-то забрался зомбак. Should be a ventilation tunnel in the ground. And that'll get us out of here? It should, but it's so narrow, you might be the only one who can fit through. So I'll get help and come back, right? Looks like it's a race against time. Now that we've lost communications, there's nothing else we can do. All right, everyone. We've got to hurry up and find a way into that tunnel. It's going to be our way out of here. Ну что, товарищи, они, может, узнали кого-нибудь из этой толпы? Марвина узнал. Здесь даже Леню в конце покажут. Я бы не сказал, что там Леню покажут. Что-то подобие Лени. Ну все, я на подземной парковке. Я входу. Я взял какую-то канистру, не знаю, для чего она нужна. В общем, Альбуша, голубые баллончики — это противодействие газу. Смотри, когда газ в комнате, сразу вали. Черт. Вот уже. Ах, этот знаменитый сейф. Ну, ну код к нему тебе так читерски не дадут ввести. Да. Тот самый полицейский участок. Ой! Тоже весело. Ай-яй-яй! Насилуют. Ну и коридорчик. Блин. Завалить ворону трубой. Просто красный. Ты ворону трубой завалил? Да. Ты, конечно, чертовски опасный парень. Ой. А этот уже зомби начал. Я уже чертовски издеваюсь, парень. Так, хватаем патроны на дробовичок и иду в главный холл. Опа. А где товарищ Анимуша? Куда он делся? Меня кушают. Понятно. Это обычное дело, да? О, маньяк. Здравствуйте. Здрасте. О. Скушайте вы травку уже, товарищ. Вот такой блатной, я и стреляю. Стоит. Пошли уже отсюда. Куда ты опять к нему в объятия пошел? Я от него убегаю, я не иду к нему в объятия. Все, молодец, правильно, направление движется. Сюда, сюда. Такой Грейк, какой он игры, никто не знает. Это из первого Грейка. О, валить надо отсюда скорее. Патронов до хрена всего. Грег — это был один из разработчиков вируса в Outbreak'е в первом сценарии. Ну, магазин нашел. Возьмите травку, валяйте. Сейчас приму. Короче, Анимуша здесь будет
финальная часть сценария, так что ты здесь особо вещи. Тут Немезис был. Здесь будет что-то пострашнее Немезис, чтобы ты знал. А что может быть пострашнее Немезис? О, да, детка, да. Кур сейчас получил незабываемый оргазм. Конечно. Короче, они мужчины наше поле боя. В общем, вещи тут особо не цапай. Вот все самое ценное здесь оставляем на финальный бой. А кто аптечку будет брать? Ну, это под аптечку у меня есть. Здравствуйте! Так, чё? Взял один синдер. Здесь ничего не трогаем, да? Да, мы тут сюда будем нести все самое ценное. Так, ну оставлю здесь 7 пуль на дробовик или пока. Ладно, оставим. Товарищ, вот тут патрон для пистолета. Чё, идём? Это прекрасно. Так, это чё? Палочка. На кружочек. А вот и знаменитый холд сейчас будет. Да. Здесь можете чувствовать себя в безопасности. Да я здесь как дома, холл полицейского участка, я тут пол детства провел. Как и все мы. Ну да. Ну эти эмблемку уже несу. Так, как это валяется. О, еще магазин. 45-й авто, это что, на этот шури Кевина? Да. Ты его тут специально повел. О, глянь, бомж побежал. А у меня здесь еще кое-что. Я сейчас кому-то трубой по башке заезжу, блин, бомж. Так. Так, у меня есть только от этих газа или его выкинуть? Лучше оставить. Когда газ заработает, он тебе пригодится. На втором этаже уже эту медальку взяли? Нет еще. А сундук подвинули? Вот и не знаю. Так. Чё, я тогда... Я сундук пододвинул сразу. А, ну все, надо тогда пойти взять. Товарищ дробовик. Грег, доктор, идите наверх в комнату с сундуком и там возьмите медаль. Дробовик я положил. Дробовик там он на входе. Положи. Так, я положил там, где патроны для дробовика. А патроны куда ты положил? Ну они там, в углу, короче. Покажу потом. Вы где? А, вот, видел. Сейф еще не вскрывали, да? Нет, зачем сейф вскрывать? Вообще пойду вскрою. О, тут это для доктора медицинская база валяется. Кто это сюда зашел? Топорщик, да, ничего. Не нравится моя компания. О, еще патрон на дробовик. Какой-то очкарик еще забежал. Ты прям как палач из средневековья. А, это Оня. Анимуша, возьми там в шкафчике медицинскую базу и заюзай ее со своим этим докторским саквояжем. И сожри то, что получишь в итоге. Так. Топорщик. Мне что ли отдадите 60 пуль или так оставить у себя? Ах ты хитрюга! Нет, тут графика реально крутая. Я себя оставлю. А зачем вам? Графика здесь отмена. Чтобы стрелять. Вы же не... А, у тебя еще есть пистолет. Тогда она забирает 60. А мне... Подожди, а ты чё? Давай на дробовик мне. Держи. Давай еще не а еще держи вот этот графику. Магазин, а мне свой тройчатник получается. Я его сейчас там выложу на поле боя. Анимуша, антивирусик, кстати, полезная штука. Хватит упражняться.
Так, сейчас надо эти сейф вскрыть кому-то из вас. Пароль, мне, знаете? Я доктор, я ничего скрыл. Пароль, кстати, 3516, не 2226 в этот раз. 3516, да? А вот если бы не брал этот файл, ты не откроешь его. Кстати, анимуша файл, пароль от сейфа лежит на том же самом месте. Так, вот тут дробовик надо было ложить. Что тут у нас? А, вот он, дробовичок. Кладем сюда тройчатник. А, доктор, знаете что, товарищ? А давайте вы мне свой тройчатник зеленых, а я тебе тройчатник как бы настоящий, и ты сделаешь из него сейчас антивирус. Идет. Все, да не антивирус мне, таблетки заводишь с этого, зеленая, синяя, красная трава. Зачем ты сожрал ее? Я что, сожрал? Блин! Ладно, тогда, в общем, бери вот этот свой тройчатник, клади его на место зеленое, а бери зеленую вместо него. Так, это брать, да? Ну вот. Другое дело. Да, блин, сюда мы положим к дробовику пули. Все, травка есть. Ну, идемте сейф вскрывать. У меня прям банда это настоящая. Серьезно, один маньяк с трубой, другой доктор подлечить. Если кого-то пристрелят. Ну и я мафиози мексиканский. А вы в комнате. А вы в комнате, где этот медаль единорога вставлять уже были? О! Юзайте этот газ скорее. Канистру юзай, я не муж. Скорее юзай, канистру. Даем. Канистру юзай скорее. О, все. Зашибись. Пойдем дальше. Меня вроде бы ни разу не цапали. Тут 25%. Ну, 25 это еще не. А вот он, офис знаменитый. Кажется, да. Кевин. Кевин еще, кажется, не открывал ящики здесь, которые он может открыть. Ностальгия тут прямо это всюду. Кевин, почему вы ящики не открыли в офисе? Да, гребаный газ. Оп. Так, теперь нам надо к Бену в гости. Маньяк, ты где? Иди сюда, я тебе дам антивирус. Подождите, я сейчас одной дамочке дам. А-а-а, откуда ты слышишь? Ой-ой-ой! Потому что там жиры по полной программе. Не телепортируйте, это караулка! Это уже от сервера зависит. Все, готов. Все, готовы. Ну что, идемте Бену это. Отдадим его файл. Тот самый компромат на шефа. На антивирус топорщик. Пригодится. Палачу, палачу, да. Все, валим это. Так. Блин. Просто валите оттуда. Черт, я. Просто валите, палач, палач, просто валите. Палач, вали. Валите их, палач. Тут, кстати, патроны на пистолет валяются. Ай! Ликеров я с таким оружием. Палач, бегите, палач, не деритесь. Вот, кстати, блин. Патрон там взял на пистолет? Не надо взять. Палач что-то схватил. Я трубу схватил. А патроны на пистолет взял, там валялись? Нет, зачем? Тут и даешь, тут каждый патрон на счету будет в конце.
Так, тихо, дайте шкафчик открыть. О, медицина. Кому эту аптечку? Возьмите в шкафчике. В шкафчике возьмите таблетку. Так, здесь уже никого. Короче, сейчас возьму эмблему и валю оттуда. Идем к Бену. Так, тут что? О, антивирус. Бери, палач. Травка, бери, доктор. Знаете место, да? Еще бы. Так. Конечно. Ах ты. Все, валим, валим, валим. Валим, тем более. Валить оттуда. Да уже все. На подземную стоянку. Так, нет, на все расслабься. Кевин, где вы? Да, он где-то там шляется, неизвестно где. Ханочку ищет. Да, наверное, ханочку ищет. Ханочки в этой игре нету, не тратится просто. Товарищ, вы хоть были в комнате своей со своим шкафчиком? Да нет, проходу не дают. Так, идите сюда, машину помогите подвинуть. Здесь, кстати, анимуша, можно вон ту решетку поднять, где нельзя было во второй части пройти. А-а-а. Вон ту вот самую. Но ее пока нельзя поднять. Так, и что тут валялось? Ножичек. Хренси, идемте скорее. Идем к Бену в гости. И дверь-то, получается, к собачонкам не открывал. Да блин, куда не зайдешь, газ, ё-моё, что за хрень? И джойстик, батарея, как назло, начинает садиться. Все, ломайте дверь. О, еще один. Идем к Бену скорее. Ай! Телепортируется, гад! О, медицинская база валяется. Доктор, тут поскорее сюда заходите. Там, кстати, пистолет валяется. О, приют для бездомных. Самое безопасное место. Ай, блин, я потерял. Так, Бен, здорово, Бен. Давай сюда. Все. Медаль отдал. Все, Бен медаль отдал. Где такое лицо у твоего персонажа? И ты еще говоришь, медаль отдал сюда, блин. Если бы ты на меня так посмотрел, бы тебе все отдал. Ну вот, я тебя понял. Все, идем с собакам теперь. Надо медаль там забрать. Серега, что-то и след просто. Так, короче, сейчас будете помогать дверь ломать и зомби отгонять. Волыну взял. Ага, слышу шорт. А где этот доктор подевался? Холер. Доктор, я рядом с Беном. Куда вы делись? Иди нахрен отсюда. Все, получил. Бей, гад. Иди от Бена выходи. Топорщик, иди дверь там держи. Другую. Эпка эту поломай. Вижу палача. Палач успокаивает меня, когда я его вижу. Аксиома. Помогите дверь выломать. Во, давай, давай, доктор. Ладно, тушь. Ломаю полностью. А, замечательно. Проникли. Так что ты к нам идешь? Ты его держи там. Палач, защищай нас. Вот там жрут. Я вообще куда-то потерялся. Я как можно потеряться в полицейском участке? Бывает такое.
Музей целый. Ах, там месиво. Заводим. Опа. О, волыну достал. Пустой волыну. Иди дверь держи, там еще кто-то ломит. Вот дверь нельзя взломать, мне кажется. Можно взломать, и ключом можно было открыть, если бы Серега его принес. Мне нужна аптечка. Я уже всю ключицу отбил. Ох, Алимаша, вы еще не заломите. Взломается она или нет? Взломается, должна падать. О, я же сказал. Все, я иду один туда, дай таблеточку. Я туда тоже иду. Анимуш, у тебя медицинская база лежит, ты можешь ее со своим докторским саквояжем смешать. Так, медицинская база? Скорее мешай. Мешать, да? Да, давай скорее мешай. Смешал. Все, смешивай теперь таблеточки и давай их мне. Так, фиолетовый брали эмблем? Презент. Фиолетовый аметист? Да. У меня. А, значит, мне не нужно. А чуть ты одну только? Я не слышал одну. Жулик. Да ё-моё. Всё, стойте там. Я сейчас тут возьму быстро и свалю. Тут этот газ сработал. Тут, кстати, спрей валяется. Да и чёрт с ним. Так, я с палачом стою, мне не страшно. Самая безопасная компания это быть с палачом. Все, идемте обратно в холл. Я забрал пластину, там, кстати, спрей на столе валяется, если что. Что вы тут творите? Спрей палач на столе, я пошел. Палач? Ой! Что вы там творите? Палач, вы его не добились. Я, короче, в главный холл. Ай, тут собаки, собаки! Так, Боб, ты куда? В парковку? На парковку, да? Все, можешь выкинуть свой Джокер Кей. А я вот зря таскал, что ли, получается? Да, зря, мы уже взломали дверь. Ты где, Боб? Я на стоянке. Палач, бейте топ. Там с собаками на силу. Ой, я иду к вам. Сейчас будет групповуха. Блин, иду к вам. Да, лучше бы ты не шел к нам. Блин. Я говорил, лучше туда не идти. Слава богу, я антивирус сожрал. Ну, они муши что не сожрал, все там его жрут. Так, выходим, товарищи. Тут, кстати, можно быстрее выйти из этого места. Сразу на улицу, так что выходим, идемте за мной. Так, что, сейчас три эмблемки вставлю и глянем, сколько останется. По-моему, одна останется. Let's move! Так, товарищ Грег, а вы бы не дадите ли нашему товарищу Куту одну аптечку? Одна эмблема зеленая осталась. У меня есть подозрение, где ее искать. Я так понимаю, никто на второй этаж не ходил к сейфу. Нет. Там сейф подвинут уже. Ну все, сейчас возьму и обратно задвину в ту сторону. Палачу плохо. Да, дайте, пожалуйста, вообще плохо. Че, у кого по вирусу? У меня 19%. 42%. У меня 36%. Какие вы больны? Не знаю. А то у нас самый больной. Скоро у нас будет палач дом. Да ты мне дашь таблетку или нет, доктор? Блин, я прошу о помощи. Спасибо. Где же труба?
нормальные, качественные. Палачей лечить надо. Кто будет казнить всяких мразей? Всяких мразей. Так. Сейчас же это надо будет в срочном порядке идти кому-то за досками, а кому-то в места, где погибли полицейские, там на лестнице, на втором этаже, в собачатнике, там будут предметы валяться. Ну я, наверное, пойду. Блин, ты тоже изогнутый уже, караул. Так, ну что, пока. Да, все, беру последнюю пластинку. И задвигаю сундук обратно в ту правую сторону. Серега, ты же знаешь, тут второй сейф есть. Да, я помню. Вот я двигаю сундук туда, потом пойдешь за досками и сейф этот откроешь заодно. Окей. Все. Я представляю, если бы в Wallbreak был весь участок доступен. Ага. Было бы круто. Хотя он и так тут почти вся часть. Да нет, тут половина, меньше. Ну, второй, да. Этаж. Угу. Серега, за досками справишься с задачей сходить? Ну да, я справлюсь. Точно? Серега, подожди. Ребята, справлюсь. Я последнюю пластинку пока вставлять не буду, пока. Так, а что делать? Мне что делать? Что делать? Сейчас посмотреть, что у кого есть, предметы распределить. Да мне только пистолет в магазин. Так, я пошел, выложу патрон на дробовик и, наверное, еще один пистолет выложу. А потом вставлю последнюю эмблему. И сейчас тогда это кому-то надо будет бежать, пленку Бену отнести, кому-то на второй этаж за пленкой. Так, ну, я тогда, наверное, отнесу, может, Бену прям... Это миссия не на время, да? Вообще-то, да, как я сейчас медаль вставлю, последнее время начнет пикать до момента прорыва зомби. О-о-о. Так, патроны, вот они. Так, ну что, товарищ Буба, тогда я пойду, наверное, к Бену. Сейчас пойдешь, погоди. Надо тут все поменять местами. У Бена же уже были. Не, к нему еще там надо вот пленки им сейчас отнести. Да, тут что-то появится пленочки. Все, аптечек я тут раскидал. Вот тут в углу дробовик, куча аптечек к нему, патроны. Предмет тут вот нельзя никак выкинуть, а? Эй! Я бы вот выкинул предмет. Я бы тоже, кстати. Ну что, у кого что есть, смотрим. Так, у меня пистолет, в общем-то, магазин так. И от газа. Таблеточка по аптечке укажу. Ну все, тогда я иду эмблему вставлять. Родриги. Я думаю, тебе бы лучше, наверное, магазин взять, дать с 15 патронами, потому что у тебя патронов вообще нет. Давай. Сейчас разбежимся. По два человека. Два наверх пойдут, два в подвал получается. Ну, со мной пойдет тогда Немуша. Да-да. Похоронить решила Немуша. Так, у меня уже 40%. Ну нормально пока. Ты думаешь, у меня лучше? Как это пофиксить? С вами бегут смертники. Так, ну все, сейчас анимуши будут экшон. It'll take at least an hour to get through a space this narrow. Use this to keep in touch with me. It doesn't have much range, but the signal should get through if I'm close by. Leave it to me. I promise I'll be back with help.
Я обещаю, что вернусь с помощью. Оставь это мне. Мне вот больше всего интересно, куда она за помощью отправляется, если полиция, по сути, почти вся перебита. Страна чудес. Какая женщина. Да, Марвин, думая о женщине, сейчас в итоге мы узнаем, как случилось так, что он стал раненый. Это вообще Марвин! Тупо. Настолько тупо, эй, блин. Эй. Да. А, Серега, тебе еще надо пооткрывать ящички в этом, в офисе. О, в каком офисе? Ну, в главном офисе этой полиции, где столик длинный. А, я там, по-моему, пооткрывал уже. Где сейф, в общем? Ой, не знаю, успели я. Я там два побежал. Шкафчика спереди и один сзади открывается, в котором 03325 код. Ну, идемте на Марвина посмотрим. Это тупизм. Соглашусь. Беру пленку и... Анимуш уже увидел, как его погрызли. Да, Анимуш, идемте со мной. Все, так. Идите, доски. Че, он нужен? Да, нужен. Пойдем, Анимуша, за мной. Так. А фильм кто взял? Я зачем взял. Ты фильм взял, если мы к этому... Или мы наверх пойдем? Блин, ну ладно, возьми фильм. Давай фильм сюда. Мы пойдем в подвал. Да кому фильм? Это нашему товарищу Гуду. Да, товарищ Анимуша, давайте ключи. Так, свой. Курт, иди, короче, тебе задание до компьютера главного. Вот. Там нажми кнопку активировать заслон, чтобы я мог пролезть. Это будет очень сложно, но я это сделаю. Анимуша, к сожалению, ты не увидишь той новой зоны, которую во второй части не показали. Парковка, где этот, решетка поднимается. Ну, ничего страшного. Ставим это на потом, как говорить. Да, мы еще потом на Very Hard уже придобудем, так, потом пойдешь туда. Вот сюда нужно. Так, Курт, скажешь, когда нажмешь. Хотя я уже на парковке. Все. Ага, вон открывается, слышь. Все открылось. Ой, газ! Все, благодарю, Серега. От газа надо сожрать антивирус и все, бегайте на здоровье. А здесь, кстати, мертвый в этом. Либо травку. Ай-яй-яй-яй-яй. Просто бежим. Тут зомби. Let's move. Так, сюда? Нет, вот сюда. Нет. О, тут два фильма аж. Валяется. Сейчас они могут просто... Холи буду ждать. Просто бежим. Слушай, Курт, ты должен был идти со мной. Тут валяется и пистолет, и патроны на него. А, куда идти-то? Ой, зомби. Ой-ой-ой. И зомби тут ходят. Ай, тут ворона, уходи, ворона! Уходи, мне ворона! На парковку спускаться? Да, я там на парковке сейчас. Правда, когда спустишься, проход уже закроется. Ох, второй зомби. Ох, третий зомби. К чёрту. А, мистер Викс. За мной до конца. Так, ты куда побежишь сейчас? Слышь, Курт, а тут закрыто. Бежим. Опять за компьютер. Ай-яй-яй-яй-яй! Не-не-не-не, все, я открыл. Я к Бену. Газ. К Бену срочно. Ай! Кстати, это Курт. Нет. Ты можешь пойти туда, где решетка открылась. Там пистолет валяется, патроны еще, аптечка. Всего до хрена, а ты сюда пошел. Ну ладно. Так, Анимуш, вы где? Отцепись от меня! Курт, зря ты туда не пошел. У меня джойстик начинает дико садиться. Пойду за батарейками сейчас. Магну нашел, полицейский. Да, один дрянь. Уже... Я за товарищ, батарейками. Товарищ Анимуша, за мной, вы где? Меня Курт, кусают. Курт, заходи сюда к Бену. Пропуск выход дверь. Ключ Джокера не нужен, да? Товарищ Анимуша, обратно.
Ползите обратно. Блин, да, этот спрей. Господи, тут еще газ. Бен говорит, что здесь безопасно. Че, а сейчас будет доктор зомби у нас. Так, мне надо за батарейку искать. Курт, зайди к Бену. Чес. Да ё. Все, я пошел за батарейками. Все, я зомби. О нет, все. Иди кушать, Серегу. А не мужик превратился в зомби. Я что, управлять могу ним? Да ладно. А я тебя хочу кушать, зомби. Ой, жалко. Что, блин, творится? Анюша вжился в роль зомби, и теперь нам всем каюк. Дверь откройте! Чё тебе, блядь, надо одевать в публике зомби? Просто идемте за мной, товарищи. Буба, я не буду. Я впервые в жизни играю в эти игры. А я свой. Сейчас, по-моему, сожрет товарищ Анимуша. Так. Ура, батарейки найдены. Так, Курт, таблеточку сожри, возьми спрей. А я тебе, дам патроны. Да, магазин давай. Все, отлично. Ну что, идем обратно. А что тут еще валяется? Ох, хрень. Так, надо дробовик пойти, пойдем возьмем. В общем, осталось, чтобы Серега... Кстати, Анимуш, я тебе говорил, что Серега тебя погубит. Так, я взял доски, кстати. Ну неси скорее. Слушай, гля, я такой брутальный, гля. Давай я буду зомби, блядь. Целой компанией. Я сделал принтскрин. Так, одну доску поставил. Да, блин. Чё за... Мне не нравится эта классика, которая вернулась снова. Я тоже поставил. Чё тут валяется? А, хрень, понятно. Нам сюда. Сжимай сюда, да. Ну чё, кто дробовик возьмёт? Да пока никто, наверное. Так, о, я 100% с пистолетом. Слышу, о, магнум. Ну, магнум это мне, потому что у меня всегда криты снял. Серёга, давай я тебе сейчас отдам волыну, а ты мне магнум. Давай, держи. Так, на. Это хрень. А где они? А где они можешь оделся? Гуляется там. Мне интересно, как ты его угробил? Как ты его угробил? Ну чё, кто дробовиком вооружается? Я вооружусь. Я вооружусь. Так, 31 пуля на дробовик. Сейчас я приду, подожди. Все, в общем. Я возьму с собой травушку, муравушку. Курт, свою трубу выкинь, положи ее и возьми электротрубу вместо нее. Так, может я еще успею за досками сбегать? Опа! Блин. Валите его. Охренеть. Бродит. Слушай, он хороший склад. Я сейчас ему тут сложу вещи как раз. Это, слышь, они могут. Какая цель? Какая цель у зомби? Объясните. Сожрать выживших. Да, так что жрите, Буба. Ты зачем ему это сказал вообще?
Товарищ, а вы здесь... Серегу, вспомни, кто тебя довел до такого состояния. Опа. Все, пошел. А мне пофиг, я зомби, Баша. Опа. Опа, я и так зомби. Серега, дробовик ты взял? Да. У меня 31 пуля. Ну потом перекинешь. Да нет, надо сразу, а то потом не будет времени, сейчас их столько попрю. Так, у меня заставка появилась. Доктор. Зомби. То есть зомби играешь в Remit, да? Опа, все. Все. Сейчас будет мясо. А толк от баррикады вообще не пойму. Как, она их чуть задержала, если бы больше принес. Понятно, короче. Ты зря, кстати, ту баррикадировал, надо было главные ворота. Я же не знал. Нет, тут просто где больше забаррикадируешь, оттуда меньше будет рваться. Так, ну так, это. Патроны. Вот тут. Иди сюда, стой. Блин. И этот еще тут лазит зомби. Так, а куда Путин пропал? Куда ты в стенку стреляешь? Что-то зависло. А куда пропал Путин? Путина не видно. А Путин пропал. Я тоже зависло. Да, странно, вообще. Что-то непонятно. А не оставляйте нас в такую трудную минуту. Что это зависла игра? Жесть. Ну, сука, походу сервер на поганул. Ой, очень вовремя. Не видно сервер. Жесть. Сервер, сукин сын, да? Да. Кин уехал на срочную встречу с Трампом. Ладно, я попробую продержаться. У тебя не ваганул, что ли? Ты один? У меня еще работает. Охренеть, как же за хрень? Ну, как создатель сервера. Так, ну, поболейте за меня, зайдите на стрим. Давайте зайдем, посмотрим. Я должен выдержать. Получай. Иди сюда, ты ублюдок. А мы типа сдохли уже. Охрененно просто. Получи. Получи. Охренеть. Да. Получи. Это просто закон подлости какой-то. И самое смешное, Буба, ты остался жив. У меня было... А? Да-да-да. Где, в каком месте я остался жив? Я вон там уже отдыхаю. Да. Серега остался эти. А может это, кстати, случилось из-за Грега? Да вряд ли. Получайте ключом. Мажу. Получай. Валяется жопой кверху. Так. Тут-ту-ту. Получай. 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 Скоты. Там я валяюсь сейчас. Да, вы валяете. Че тут пока все в порядке? Получай. И ты иди сюда. Получай. Ублюдки. Ах, ты ж ублюдок. Так, по ух, аптечек тут сколько. Мне это нравится. Конечно, блин. Мы это купились. Так. Идите сюда, падла. О, Лекс, так, ну я тоже свой выключу эмулятор.
Ах ты. Так, ну я тогда свой выключу эмулятор. У меня звук. Вы уже все с игры вышли, в смысле, эмулятор выключить? Да, я уже вышел из игры, потому что зависло все это дело. У вас эмулятор завис, что ли? Ну, не то, что эмулятор, игра зависла. У меня все в норме, вот... Вот берите пример с Аней Муш. Эд, титул, сценарий, это, но Путина не видно. Потому что Путин сейчас играет уже. А, понятно. Получай, падла. Только будет так зомби идти. Ну, я уже прилично завалил. Надо подмоги дождаться. Ой-ой-ой-ой-ой. Бригада. Лень какой-то. Засранцы. Ты дробовик решает. Да. Дробовик силен. Дробовиком. Ах. У меня персонаж выносливый. Ой, это что еще такое? Даже... Опа, что это такое? Успел заюзать. Ах ты ж... Все, изи. Да елки, еще кровотечение. Они издеваются. Блин, вовремя. Иди нахрен отсюда. Вот минус. Один из минусов десятки. Да. Это я Windows эту клавишу нажал. Вот ублюдки. А, ну все, сволочи. Да ты автомат возьми хотя бы, не знаю. Да, все уже. Все, загрузили, товарищи. Хотя, может, аптечка у вас есть? Не, ни хрена уже ничего нет. У меня была тральчатник. Ой, его еще нельзя заряжать. Все. Ну, вирус у вас только 35%. Да, у меня вируса еще как бы достаточно было. Я, короче, вползался. Все вот так просто. Во всем виноват чертов сервер. Гори в аду. Гори в аду, сервер. Мне аж интересно. Мне кажется, просто рухнул. Но я живой остался на сервере. Какого-то толку от этого. Да. Ну все, прошли, товарищи, в общем. Так, друзья, ну я отключаюсь. Да, я тоже, наверное, уже на боковую. Ну, то, что на боковую, просто уже отключаюсь. Стрим завершается, в смысле? Да, стрим завершается, товарищи. В общем-то, спасибо всем, кто смотрел. Спасибо вам, Анимуша, за стрим. Было круто, да, интересно. Да, спасибо большое, Анимуша, что... Взаимно, взаимно, было прикольно. А мы почти это сделали, если бы не глюк сервера. Да, мы бы сделали это. Спасибо, зрители Твича, ГГ и Ютуба, что были с нами. Да, всем спасибо. Thanks for watching. Да, thank you, everyone. Very big thanks. Да, Mortal Kombat сегодня будет, кстати. Ох, не знаю, товарищ, не может, наверное, навряд ли будет комбат. Goodbye, my friends. See you soon. До новых встреч. Goodbye, До новых встреч. Всего доброго, всем пока-пока. Пока-пока.